Всем привет, ребята! Вы на канале Тимеистом. Сегодня я буду показывать мод на человека-муравья. Подождите немножечко. Подождите. Два. Этот мод я скачивал, конечно, недолго, но он скачивается может и он тоже и не только в интернете, его можно скачать, где нарисована кирка. Но не там, конечно, которая где этот старик нарисован. Так, вот это вот лук-меч, и на мне еще броня человека-муравья. Смотрите. Так-то я свинозомби, помните, да? А так-то вот, я человек-муравей. Я не только могу, смотрите. Ой, мне жалко, конечно, курицу. Прости! Я убил бедную курицу. Но хоть сказано. Не убил, не... Не это... Не дразните животных. Значит, я не дразнил, а убил. Подождите, видите колокольчик? Ха-ха! Прикольно. Мимо. Прикольно. Если мы возьмем это, мы станем гигантским. Как вы вот сейчас видите, вот тут вот. Ужас гигант. Вот мои ножки свинозомбинские. О боже, я так медленно иду. О, видите, как я все близко вижу. А если возьму эту? То очень далеко, то я маленьким стану. Ой, голем искупаться решил. Вот смотрите, какой я маленький. Я такой быстрый, маленький и шустрый. Ой, здесь сундук. Ничего нет. То есть это будет теперь мой дом. Я такой маленький, ужас. Это очень прикольно. Еще тут есть новые яйца мобов. Такой вот. Ой, какой я такой. Эй, что там? Фу, я же сказал, если что, я возьму ее таким. А, ну. Марба на какие-то. Где этот житель? Зря их тут наколдал. Чё, а чё, чё? Он ты... Ты что? Он что? Видимо? Что ты держишь? Ты ничего не держишь? Ты сейчас тоже не видим. Чтобы не видно вас было, да? А, я сейчас могу вам сделать, как чтобы вас не видно было. Подтверждение зелья, ага. Прыгучести, вот зелье невидимости, 6 минут. Вот, берем и просто кидаем в кого хоть. Летающие нитки. Я тоже невидимым стал. Как назло. Можно всю деревню превратить. О, а голема можно? Голем. Невидимый голем. Мы думаем, где голем? Ха, смотрите. Мы делаем жителя. Что с тобой? Хочешь? Чего ты не видела? Я зато вижу пузырьки, где он ходит. Все деревья.
блин. Серьезно. Надо было в каком домике убивать фандома. Сейчас убьем фандома в домике. Ох. Невидимый фантом. Ты мне не нужен. Серьезно. Это чувак какой-то. Я отобрал у него, серьезно. Я у него отобрал. Чтобы быть всегда маленьким, можно просто взять в другую руку. Я просто маленький. Ну вот, на этом все. Мод окончен.